Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. Начало навигации. Нынче у нас такое. Идет снег. Ну, мы решили, что мы не слабаки. Что мы как всегда. Мы как всегда, это не первый раз. Прям вот метель. Мы молодцы. Мы продолжаем репортаж. Метель не унимается. Но мы как никогда настойчивы. И идем к своей цели. Наши идут. Пришли во Владимирскую бухту на дозаправку по пути на Вала. Вот так выглядит кораблики. Мощнейший вокзал построили. Вот такой вот прям крутой. И вот тут заправочка на воде. Это, походу, единственная заправка, кроме Кошкинского фарватера, которая осталась на Ладоге. Ну, еще Белул, но она в Волхе, вообще. Вот такие пироги. Путешествуем. Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor are the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder. Oh.
Короче, мы в Ладоге. Метров 300, наверное, от берега. Глубина 145 метров. 145. Температура воды 2 градуса. Очень холодно. Ну ладно. Идем дальше. Это был второй чекпоинт. Мы ночевали в кочерге. А сейчас дальше шарашим на валам. Пошла вон наша лодка. На. Вот и дошли мы до Валаама. Вон там Валаамский монастырь. Это его бухта такая. Такая красота. Вот. Вопреки злым языкам подошли мы прекрасно. Нашли место быстро. Позвонили просто и место дали. Вот говорят, что тут хрен попадешь. Нормально попали. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. You want to be small? Каждый день здесь монахи молятся за вашу пользу. Эта люстра называется Хорос, пришла к нам с Афона, такая на фоне традиция. Они прижигают лампадки, во время службы раскачивают люстру, и она раскачивается. Они просто не выдерживают столько стоять, вот поэтому и разрешают стоять. Спасо монастырь. Выход из монастырской бухты на Валаамской. Мужская история, да? Чувствую, женщин тут нет.
прозрачная вода Ладоги. Зашли в какие-то шхеры. Тишина. Есть следы человека, но человека нет. Так вот, короче, мы тут устроились. Это Бобровая. Площадка строительная и кормовая. Тут все погрызено бобрами. Даже заходил ночью один.
добрался. Да, и гости, соседи. Все съедено, короче. Прям вот так вот пожрать все. Все поели, короче. Бобры. Блять. О. Фокус. Погода последняя меняется. Сейчас пойдем на выход в озеро и сегодня, наверное, уже домой. Хотели завтра домой, но погода сегодня в последние часы, судя по прогнозу вчерашним, поедем домой монтировать видосики, выкладывать. Всяких. Сегодня вчера гуляли, тут смотрели. Очень феерично. Всякие листочки. Дергается, извините, я все снимаю с рук. Красотюш. Столько раз, конечно, красиво. Да? Да. Конечно, здесь очень глубоко. Все эти местечки, они очень. Хоть и узенькая речка, вот сейчас 12 метров. 12 метров у нас на Волге. Это считается очень хорошей глубиной. 12 метров. Вот 9. Это вот расстояние вот как вот так вот. Рыбы, конечно, здесь, наверное, немерено, но вода очень холодная. Вот сейчас прогрелась за сутки, вода прогрелась до 5 градусов. Вчера еще было 2, заходили мы где-то было в районе 3, сегодня уже 5,5. Солнце жарит, когда вода прогревается достаточно быстро. Старпомчик, скажи что-нибудь. Ой, ну что сказать, к сожалению, покидаем мы Шхеры. Нам было очень красиво, как сказал супруг. Но мы вернемся, я думаю. И отнесемся к этому более ответственно. Дня на 3. Ну все, моя речь закончилась. Вообще вот это все практически без земли растет. Сантиметров 15, наверное, земли. Все это скала. И вот в этих 15 сантиметрах укореняется дерево и живет с корешками. Тут такие вот островочки. Очень надо внимательно смотреть за глубиной. И трек использовать, который сейчас 2,5, 2,4, то есть 2,3. Глубина с 15 метров до 2 метров меняется на раз. Поэтому стараться идти по своему же треку. 6,4, 6,7. Ну то есть как они обрывистые по берегам, так они и на дне обрывистые. Вот это все остров Кот Ацари называется. Да, вокруг него мы, по сути дела, и плаваем. С той стороны тоже Шхера. Туда проходили узенькой дорожкой.
становится что-то на солнышке-то. Каляется лодка-то. Может, утопить или выключить? А? Можно? Вчера. Или я приоткрою чуть-чуть? Старпом рулит. Шторм. Штормимся. Так вот там фигачит, короче, волна такая. Скидает из стороны в сторону. А потому что старпом так рулит. Волна здесь ни при чем. Нет, нормально. Что-то Ладога нам под конец маршрута раздала. Осталось буквально чуть-чуть. Нам, короче, пасовало волнишков. Я вот уже попка устала сидеть. Ну, по-моему, нормально. И вот хорошо она висит. Полностью на кресле у него как не болит. Наверное. Почти. Но после Андрюхи идти нормально. Ему прям хлещет, а вот нам нормально вообще. Да, и прям раздает.